Добрый день! Хочу показать свою очередную утилизацию. Опять моя любимая бабочка, в этот раз уменьшенная. То есть есть способ в машинке. Я могу настроить так, что я могу увеличить, либо уменьшить от исходного размера. Сейчас я делаю брошечку для одной маленькой крошечки. Поэтому я ее уменьшила максимально. И это получилось, если, допустим, если, допустим, брошь 10 сантиметров, к примеру, 10 на 10, я могу ее уменьшить, она где-то будет 8,5 на 8,5, или увеличить до 12 на 12, это приблизительно, сантиметров. То есть я сделала минимально. Я подставила синтепон, я подставила клеевой уплотнитель, то есть и основа там, и вот верхняя ткань. То есть получается 1, 2, 3, 4 слоя, такой сэндвич. Машинка сейчас мне все это отошьет, потом я все это аккуратно вырежу, посмотрю, мне это нужно на сегодня, но я хотела бы еще все-таки вышить немножко бусинками, бисером мелким, посмотрю, быстренько разошью, несколько полосочек все-таки оживлю, сделаю. Здесь это будет уместно, потому как, это просто брошка, поэтому это будет уместно. У малышки есть комбинезончики под цвет, там розовенькие, серенькие пойдет, это и на белое пойдет, у нее много всяких нарядов. Я уверена, что мама малышки найдет применение. Сегодня у нее маленький-маленький юбилейчик, поэтому я хочу сделать маленький приятный сюрприз. Пусть пока машинка отшивает, и я потом покажу продолжение. Осталась еще третья часть вышивки. Я не буду затягивать процесс, показывать. Все видно, как это делается. Покажу продолжение. Машинка закончила свою работу. Сейчас я все это вынимаю из пяльцев, вырезаю и начинаю расшивать. Какая красота уже вырисовывается. Сейчас я ее разошью, а потом пришью застежку. Я решила вот эти белые края оттонировать румянами. Не могу найти где-то мои все тени, куда-то я их перекладывала, не могу найти. Я вот этими темными румянами сейчас зарумяню. Вот они, краешки такие беленькие, их нужно, я думаю, прикрыть еще. Сейчас срежу чуть-чуть.